холодном зале мы смотрим кино. Ледяной экран из толстого белого инея замораживает наши разноцветные глаза. Мои были теплые, темные, когда я пришла в этот кинотеатр. Теперь они сверкают яркой зеленью и нестерпимо блестят под пушистыми снежными ресницами. Мы смотрим разные цветные картинки одну за другой, и чем больше застывают наши глаза, тем они интереснее и красочнее. Заходят новые люди, от них идет пар, и мы кричим на них и машем руками, потому как под их теплыми, тусклыми взглядами изображение теряет отчетливость и краски, но их глаза быстро покрываются льдом, и все встает на свои места. Вот только один ворвался однажды и уставился на экран обжигающими лучами. Он чуть было все не испортил, он постоянно отогревал лицо маленькой зажигалкой, и от этого мы все едва не лишились нашей забавы. Пришлось связать ему руки и поставить перед глазами огромную льдину, которая таяла все медленнее, а он все тише кричал, что еще немножечко и растает иней, и мы выйдем на улицу и отогреемся на солнце. А теперь он сидит в первом ряду и показывает нам самые яркие и красивые картинки.